Приветствую всех на канале GTNT, с вами Никита, и сегодня я расскажу, как превратить ваш смартфон в спутниковый смартфон. Для этого вам понадобится ваш собственный смартфон, неважно на какой операционной системе, Android или iOS, и один из этих адаптеров, Tour Asset Sleeve Plus или Tour Asset Sleeve Hotspot. Хочу сразу отметить, что у них одинаковый функционал. Они работают по одному и тому же принципу через одно и то же приложение. Но у них есть одна существенная разница. Hotspot – стационарная модель. Вы можете поставить ее на определенное место, направить на юг и пользоваться спутниковой связью в окружности до 10 метров. Плюс же, наоборот, крепится непосредственно к вашему смартфону и находится всегда с вами. Главным отличием от стандартных телефонов Tour является необходимость подключения к адаптеру с помощью приложения через Wi-Fi. Подробнее об этом я расскажу на экране своего смартфона. Данный алгоритм действий подходит как для Set Sleeve Hotspot, так и для Set Sleeve Plus. Для начала необходимо подключиться к устройству с помощью Wi-Fi. Выбираете ваше устройство. Вводите предустановленный пароль, если вы его не меняли, и подключаетесь. Далее выйдет предупреждение, что интернет может быть недоступен. Оставляем все так и не отключаемся от Wi-Fi. Переходим непосредственно в приложение. Ожидаем подключения. Самое главное, для установки соединения у вас должна появиться именно эта надпись Turaya Russian Fed. Рассмотрим меню. Здесь главное меню, которое показывает, подключены вы или нет. Телефон. Напоминаю, что все звонки должны совершаться через формат плюс 7. Ваши контакты. Обмен сообщениями. И настройки. Все просто, интуитивно, понятный интерфейс. В данный момент устройством можно пользоваться. Принцип работы у адаптеров точно такой же, как у обычных спутниковых телефонов. Поэтому хочу напомнить вам правила использования спутниковых телефонов Turaya. Самое первое правило – необходимо найти открытое пространство, например, такое. Развернуть антенну. Направить ее на юг. Самое главное не забывать, что во время разговора антенна также должна быть направлена в сторону юга, поэтому встаньте к югу спиной. Итак, собственно, мы узнали, как пользоваться приложением и поняли, как использовать адаптер. Предлагаю совершить звонок, чтобы определить качество связи. Добрый день, Дарья Борисовна. Удобно говорить? Да, удобно. Я сейчас звоню по спутниковому каналу. Скажите, как меня слышно? Отлично слышно. И последний вопросик. Если бы у вас была возможность вот из леса звонить, где мобильной связи нет, за 60 рублей в минуту, вы бы звонили так? Да, думаю, что да. Все, спасибо, Дарья Борисовна. Извините за беспокойство. Хорошего вам дня. Спасибо вам тоже. До свидания. Ну вот, собственно, вы могли сами убедиться, насколько качественная эта связь. Ну вот, собственно, и все, что я хотел рассказать о наших спутниковых адаптерах. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь этим видео. Подведем итог. Сегодня мы научились подключаться к адаптерам, использовать приложения и сделали звонок. Хочу напомнить вам, что дикая природа одновременно прекрасна и опасна. Поэтому будьте осторожны, берегите природу, и да пребудет с вами связь. Всего хорошего, до встречи!